Всем привет, друзья! Сегодня не просто хочу показать свои работы, а хочу рассказать о бумажном моделизме. У многих есть любимое занятие, увлечение в жизни. Кто-то просто работает на огороде, кто-то занимается стройкой, кто-то полностью себя посвятил спорту, музыке. Многие занимаются самоделками. Кто-то из вас увлекается рыбалкой, путешествиями, снимают красивые пейзажи. Многие просто любят готовить различные вкусности, различные интересные блюда. Ну, а кто-то просто любит с друзьями попить пивка. Многие вообще не считают бумажный моделизм как вид моделизма. Для кого-то это просто детская забава, ну а для кого-то увлечение на долгие годы. С приходом в наше время новых технологий 3D-печати, множество фирм, которые создают пластиковые модели, бумажный моделизм на этом фоне потерял свою былую популярность. Кто-то наоборот из-за высокой цены пластиковых моделей переходит на сборку бумажных моделей. В этом видео я хочу вам показать различные модели различных типов сборки, от самых простых, с которых я начинал, до более серьезных детализированных моделей с другим принципом сборки. В этом ролике вы увидите модели различных масштабов, от самых маленьких. И здесь же я показываю свои первые ошибки, косяки на первых своих работах. Соответственно, увидите, как улучшалось качество сборки с накоплением опыта. Я много раз говорил в своих видео, что считаю бумагу самым доступным материалом для моделизма. Из бумаги можно сделать практически все. В бумажном моделизме есть множество различных направлений. Гражданская, военная техника, авиация, морской флот, архитектура, космос, животные, люди, природа. В общем, что кому по душе, кто что для себя выбирает. Также есть различные спорные моменты. Кто-то из мастеров бумажного моделизма считает, что модель должна быть чисто бумажная, без различных покрасок, различных дополнений. Кто-то, наоборот, из мастеров бумажного моделизма делает модели, которые практически не отличишь от настоящих прототипов. Мое мнение такое, что неважно, по какому принципу собрана модель, лишь бы было видно, что она собрана с душой. И, конечно же, для многих я хочу отметить один нюанс. Если вы уже выставляете свою работу на всеобщее обозрение, будьте готовы не только к тому, что вас будут хвалить, но и к критике. Критика бывает разная. Критика бывает, как говорят, адекватное и неадекватное. Кто-то просто указывает на ваши ошибки и недочеты при сборке. Ну, а кто-то просто лишь бы ляпнуть красивое словцо. Во всяком случае, именно критика мне помогла приобрести множество знаний и умений. И потому, если вы умеете сделать лучше, поделитесь опытом с другим. Если у вас что-то не получается, то вам обязательно подскажут и посоветуют, как сделать лучше. Ведь на самом деле не ошибается только тот, кто ничего не делает. Еще очень многое зависит от того, как вы представите модель. Это тоже своего рода умение. Можно модель просто сфотографировать на столе. Можно закрыть задний план
любым материалом, бумагой. А можно сделать фотографию на фоне каких-то предметов природы, когда уже действительно трудно будет отличить модель от прототипа. Начинающим моделистам я рекомендую начинать с простых моделей, не браться сразу за сложные работы. Очень много прекрасных разработок, которые доступны в сети, которые просто можно скачать и распечатать на цветном принтере и в удовольствие собрать себе огромную коллекцию. Сколько занятий есть в мире не счесть. Кто-то спать любит, а кто-то поесть. Кто-то в искусстве призвание нашел. Кто-то с утра на рыбалку пошел. Живопись, пение, рукоделие. Ищем талантом свои применения. Спорт, оперетта, шевеление ушами. Что вам по душе, решайте сами. Кто-то заядлый фанат ЦСКА, кто-то любитель хмельного пивка, кто-то освоить решил фотошоп, а кому и на даче с женой хорошо. Лепка, вязание, вышивание, все нам под силу было только желание. Театр или музыка, отдых в Майами, что вам по душе, решайте сами. А в спецмагазинах сейчас можно купить, что не пожелаешь, только плати. Бусины, бисер для вышивки, крест. Да, кстати, в вашем хобби все это есть. Стихи, рисование, монет, собирание. Ищем мы в жизни свое призвание. Компьютеры, рок и прогулки ночами. Что вам по душе, решайте сами. Полны мы желаний, забот и идей. Без них было скучно нам в мире людей. А что ведь по Ну и конечно же, уважайте, цените чужой труд, радуйтесь чужим победам. И обязательно кто-то порадуется вашей победе, обязательно оценит ваш труд по достоинству. Пишите в комментариях, какая из моделей вам больше понравилась. Всем огромное спасибо. Здоровья, удачи и до новых встреч!